В здоровом теле здоровый дух. В Новосибирске завершился городской этап спартакиады медицинских работников. Масштабные соревнования собрали почти 2000 участников. Вместо скальпелей и стетоскопов в руках у врачей оказались гири и баскетбольные мячи. Подробности далее. Футбольное поле разделено на 4 сектора. В каждом площадка для мини-футбола. Играют в формате 5 на 5. Тут же зона гиревого спорта. Сильнейшие представители медицинских учреждений соревнуются в подъеме гирь. Вес снарядов 16 и 32 килограммов. Рядом состязание на лучшую спортивную семью. Мама, папа, я. Но побольше таких мероприятий, почаще. И не только среди медучреждений. Пускай это будут также школы и вообще, в частности, все организации города. Мне кажется, что каждая организация должна быть впереди и болеть только за спорт, за здоровый образ жизни. Поэтому это наше семейное мнение. Внутри спорткомплекса зона настольного тенниса. Взрослые и дети демонстрируют мастерство владения ракеткой. В отдельное помещение вынесен дартс. У каждого участника только 3 броска, чтобы выбить максимальное количество очков. Мероприятие весьма очень важное для медработников, потому что, ну, вы понимаете, что охрана и сохранение здоровья – это очень важные принципы. Это и пропаганда здорового образа жизни, это и как бы пропаганда того, что, ну, как бы медработники регулярно занимались физической культурой и спортом. Я так думаю, сегодня многие поменяли свои халаты на кроссовки и спортивную форму, потому что, я думаю, престижно заниматься спортом – это хороший тон, это культура спортивная. На этом этапе спартакиады победила городская клиническая больница номер 1. Финал пройдет 19 августа в поселке Кольцово. Анатолий Казанский, Тарас Тарасов. Новости ОТС.